Ключевые фигуры биткоин-индустрии подписали соглашение о масштабировании сети биткоина. Разработчики Bitcoin Core и Bitcoin Unlimited, в том числе Джихан Ву из Bitmain Technologies, объявили об активации протокола Segregated Witness по достижению уровня поддержки 80% мощности майнер. В течение 6 месяцев биткоин ожидает хардфорк с увеличением размера блока до 2 мегабайт, что позволит ускорить процесс обработки транзакций.